Операция «Потопить Бисмарк». Немецкий линкор «Бисмарк» был спущен на воду 14 февраля 1939 года. Это был уникальный линкор на то время. У него были мощные 3-двухствольные орудия главного калибра. В 1941 году линкор, выйдя в Атлантический океан из Кёнигсбергского порта, был замечен в Дании и в Норвегии. В Атлантическом океане «Бисмарк» замечает британская разведка и отправляет в бой свой лучший корабль «Худ». В этом бою преимущественно сражался принц Ойген, корабль, который сопровождал «Бисмарк». Но в конце «Бисмарк» дал залп, и «Худ» проиграл. «Бисмарк» продолжил свой путь. После этого британский командир дал приказ потопить немецкий линкор. К нему направилась британский авианосец и самолетами проторпедировал. Был нанесен удар по топливному отсеку. «Бисмарк» направился к берегам Франции. Уже возле берегов Британии к нему направились 5 крейсеров и несколько линкоров. После нечестного артиллерийского дуэля линкор утонул. «Бисмарк» был лучшим кораблем после «Ямато».